Пасхой солнышко играет, Христос воскрес, солнце яркое очень. Покажу вам свои помидорки. Помидорки растут. Всем доброе утро. Засыпала кофе. Вот такой вот лесной орех. Очень вкусный, ароматный. Шикарный кофе. Всем привет! Сегодня в моих сковородках котлеты, наконец-таки, после долгого пощения, так скажем, да, и ёжики. Дети у меня больше любят ёжики, котлеты любим мы с мужем. Так что всем раздельное питание, можно сказать. Мы с дочкой гуляем на велике, у нас тут такая трасса проходная. Иногда так идешь, а тебе бип-бип. Видите, какая большая развязка круговых, кольцевых. Вот. А это наша там деревня. Через мостик одна часть, потом вторая. Березки появились сережки. О, красавцы. И листочки. Кстати, сегодня у сережек именины 25 апреля. У мужа, у меня и у всех остальных сережек тоже. Глажу белье, использую вот такой водный спрей для разглаживания от Faberlic. Облегчает глажку, вкусно пахнет. У него такое мелкое, вот такое дисперсное распыление. Вот. Вкусно очень, да. Аромат приятный. Платьице школьное. Вот, карманы там, конечно, у нас. Сейчас будем исправлять, выворачивать и гладить без этих кармашков. Ну, а так вообще очень приятно гладить с ним. Советую. Такой вот у него артикул. Сейчас скажу. 112,85. Недорого что-то стоит. Ну и хочу закончить свой влог вот таким вот наглядным показом от Faberlic масочек. А какие у меня есть. И вот такой вот еще кремик у меня есть. Сейчас покажу. Давайте начнем с него. Так, это у нас Айсиул с гиалуроном, гель алоэ вера. Вот, он очень приятный по консистенции. Очень вкусно пахнет. Такой вот гелевый. Хорошо увлажняет. Как-то, знаете, ну там за счет гиалуронки, естественно, он делает свое дело, то есть как-то подтяжка есть лица.
Ну, вот я его сравниваю с зеленым гелем, да, алоэ корейским. Он у меня тоже есть корейский. Вот, тот просто увлажняет, как бы. Вот. Ну, ранки мы раньше ими мазали, залечивал. Ну, комариные укусы. Тоже как-то зуд утихал, да? Ну, то есть тот работал вот на восстановление больше кожи, да? Здесь и на восстановление, плюс еще за счет гиалуронки он и ухаживает за кожей. Ну, естественно, он идет для тех, кому эта гиалуронка нужна. В основном, конечно, вот для лица, да? Женщинам. А корейским-то я и детям мажу. Любой прыщик, да? Просто как-то универсальный гель. В общем, и тот нравится, и этот нравится. Имеет место быть. Так, и вот такая маска. Global Oxygen. Кислородная. Очень вкусно пахнет. Свеженько так. Такая она пузырчатая, гелевая, очень приятная. Хорошо она увлажняет кожу. Тоже за счет там кислородных комплексов от Faberlic. Она работает замечательно на лице. Вот, я ее смываю, то есть я на ночь ее не оставляю, но она и не заявлена как ночная. Вот, это у некоторых, некоторые, вернее, ее используют в качестве ночной маски. Я нет, в качестве дневной использую только. И вот такие две маски, это вот уже ночные маски. Океанум, она такая плотная по консистенции. Вот, я ее на ночь наношу. Ее прям чуть-чуть надо. И она больше, конечно, для сухой кожи, либо вот для зимнего периода. Потому что она очень насыщает, питает. И кожа, конечно, гладкая, да. Эта серия вообще, по-моему, 40+. Ну, я тоже пользуюсь нормально. Так, и вот эта вот самая такая легкая, она ночная, но видите, у нее какая консистенция желеобразная. Она мне нравится и летом, и зимой. У нее такой приятный аромат манго. Наношу я вот такие маски такой лопаткой. Кстати, здесь вот идет еще и массажная вот такая вот штучка. И для умывания. То есть гель можете нанести, да, как-то распределить его. Она вспенивает. То есть у нее такие силиконовые насадочки. Как скажем, да. Вот. Хорошенькая такая. И вот это очень приятно. Она большая сама по себе. Лопатка силиконовая. И очень удобно ей наносить. Видите, как консистенция у BioGlow. Такая приятная. Она очень приятная. Вот. Хорошо увлажняет. Хорошая маска. Мне нравится. Поэтому рекомендую вам вот эти вот продукты. Попробуйте. Кто пробовал, напишите свой отзыв. Будет приятно почитать. Потому что мне вот эти продукты понравились действительно. Они работают на лице, и я вижу их работу. Даже вот эта вот недорогая серия, ну как относительно, да, недорогая, но она 250, что ли, рублей, я не помню точно. Может, ошибаюсь, уже покупала я ее. Наверное, за такую цену. Вот. Это подороже, соответственно, рублей 500-600. Это тоже 450 где-то. Это вот насколько я просто помню. И крем с алоэ. Не помню, могу ссылочки оставить. Если кому нужен, пишите. Вот, ну все, буду прощаться на сегодня. Маленько мы приболели тут. Насморк у меня и горло, поэтому что-то видео у меня никакие не идут. Может быть, что-то еще сниму. У меня должны заказы прийти из Сибирского здоровья. А из Faberlic 2 заказа. Вот и все хочу еще снять. Обзорчики на парфюмы кое-какие. И очки. Надо разобраться мне с очками, какие там у меня есть. И с бижутерией, какая у меня есть. Может быть, какую-то на выкид уже пора отправить. В общем, надо пошевыряться. Будет время, обязательно отсниму. Все, всем пока-пока.
Хорошего дня, хорошего настроения, здоровья и добра. И обязательно подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Я его только недавно завела. Также пишу здесь разные статьи, посты на тему здоровья, да, сибирского здоровья, на тему продукции от сибирского здоровья. Так что подписывайтесь. Ну и также видео я сюда выкладываю. Сначала буду сюда выкладывать, а уже потом на YouTube. Вот. Эленка, Елена Кабаева. И также на мою группу ВКонтакте. Буду очень рада вас видеть. Красота и здоровье. Блог мой здесь тоже завела недавно относительно. Поэтому здесь тоже различные всякие посты очень интересные на тему Фаберлика и сибирского здоровья.